И мы готовы начинать этот матч. Дожать-то надо. Отскакивает шайба к игроку Медведей. Бас на защитника. Бросок. Выше ворот. Шайба уходит под команды Крылья. Бросок. Берет. Берет шайбу Александр Шаницын. 2 минуты будет сидеть Никитин на скамейке штрафников. В большинстве у Ловни. Единственная девушка у нас сегодня в мужской хоккейной компании. Бросок. Гол! Шикарно! Номер 17, Даниил Кузин, защитник. Приехал, бросил синюю линию и открыл счет. Реализовано удаление Никиты Никитина. 1-0 повели Медведи. 35-я их шайба во втором этапе. Ну и так, смотрим. Теперь Крыльям надо уже... Ладно, смотрим. Дальше ушла у нас шайба. Смотрим. Входит в зону Медведи. Напомню, что реализовали они сегодня уже лишнего довольно-таки неплохо. Смотрим, удастся ли им это сделать дважды за этот период. Рискованно играл там защитник Крыльев, но пока что шайба остается у белых медведей. Продолжается игра. Бросок синий, хорошо. Отбивает гарпкипер. Буйлов, передача. Кузин, Буйлов. Вдвоем они решили поиграть. Выскакивает со скамейки удаленный игрок. Ненадолго выскочил. Остановка у нас сразу же последовала. 5 минут до первого перерыва. Ковалевич! Хорошо! Ковалевич! Хорошо бросал! Но голкипер Крыльев сегодня и правда на высоте. И Войтов берет шайбу. Пока что. Раскатывают Крылья. Ну, атака на вратаря, господа. Но не видит этого судья. Потом покажем мы вам этот повтор. Интересный момент, конечно. Бросок не выходит. По периоду уже сыграли. Вот сейчас выходит Сафонов. Кузин. Передача. Убрал одного. Буйлов. Снова выигрывают игроки белых медведей. Кузин сделал перевод на другого своего партнера по... Бросок. Четвертая пока не залетает. Ковалевич, пусть. Докатывают уже этот матч хоккеисты из Лобни. 30 секунд.